Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В сегодняшнем видео, друзья, хочу сделать вам небольшой обзорчик своих семян итальянских, которые у меня есть в наличии. А вернее всего три сорта. Во вчерашнем видео, что я вам снимала в Мигро, где показывала обзор семян, какие у нас есть на сегодняшний день в наличии, я вам показала итальянские семена, но так как качество съемки было, как сказать, не очень хорошим, то мне в комментариях написали, что не разглядели сорта томатов. Я уже Эмми ответила в комментариях, если кому интересно, можете посмотреть. То есть итальянские сорта, она хотела знать название, то и я прочитала, какие у нас есть. В принципе, как я вам вчера и говорила, они все повторяются. Также вот на немецком стенде, где наши уже швейцарские семена там вот, были черри томаты, ну как бы я ими не очень интересуюсь, и я их особо и не, как сказать, и даже не читаю. У нас самый такой распространенный это Берне Розе и Оксенхерц. Все, как бы вот сами вы там видели на стенде, все они однотипные, красные там или круглые. Ну вот у итальянцев еще есть какое-то различие, ну и то. То есть цветных были только из черри, желтые вы там видели. Остальные все томатики красные. Ну, надеюсь, что после Нового года довезут еще сорта. И, конечно же, я вам сделаю более такой тщательный обзор. Я даже не знала, что вам интересно название каждого сорта. Вот сейчас мне должно прийти по почте. Мой сын заказал этот стабилизатор, чтобы я могла лучше и качественнее снять, чтобы вы могли, как говорится, остановиться на определенном сорте и почитать название. Ну а сейчас, друзья, покажу вам, что у меня есть в наличии. Один из томатиков, который мы вчера с вами видели, вот я вам показывала, он у меня есть. Вот я вам еще во вчерашнем видео сказала, что такой у меня есть. И я его пробовала сажать. Это, ну я не знаю, томаты, ну точно он, видишь, они так и называются, типа биштекс, переводится на наш. Он огромный, просто огромные томаты, ну, я не знаю, больше килограмма. Не знаю, почему я в прошлом году не сажала, но так как у меня очень много разных сортов, хотелось мне всех попробовать. Ну, вот этот сорт шикарный. Не сорт, а гибрид. Вот смотрите, я его покупала, тут даже стоит, сейчас вам покажу дата. Видите, очень старые семена. И вот у нас ничего не изменилось. Какие семена были раньше в наличии, такие же и сейчас. То есть никакого особого выбора нет. Уже много раз я повторяю, что с семенами в Швейцарии с семенами проблема. Поэтому и заказываю из России, и в общем из любых стран. Также я вам покажу потом в ближайшее время, какие у меня есть другие семена иностранные, я имею в виду не российские. Ну и также потом покажу и российский, то есть семян томатов у меня достаточно. Вот такой томатик, тоже итальянский. Надеюсь, если интересно, вот название, а я и не знаю даже, как он называется. Где название этого томата? Просто помодоро. Ну, кто разбирается, значит, найдет его название. Вот, друзья, таким образом он выглядит. И еще один томатик итальянский у меня есть. Вот. Видите? Тоже гибрид. Но эти у меня две пачки, еще не открыты, я их не пробовала. Так что сейчас с этой стороны еще. Вот. Всего у меня в наличии. Хотя хвалят итальянские семена. Но у нас не так много их, и они все однообразные. Вот у меня три пачечки итальянские. А также, друзья, пишите в комментариях, какой вы конкретно там хотите сорт. Я тогда сделаю или обзор, или специально еще поеду, сниму там. Ну, вы сами могли видеть, что все однотипно, все одинаково. Красные томаты, все. Конечно, может, у них характеристика намного, как сказать, отличается. Но дело в том, что на всех вот этих, особенно швейцарских томатов или импортных, нет, вот видите, где прочитать характеристику, ее просто вообще нет.
Ничего особо они не пишут. Вот, например, если у нас у российских семян все есть описание, там какая, господи, высокорослые там или нет. В общем, ну, полностью есть описание, там, к болезням, как, и, в общем, все. А вот здесь ничего вы не найдете, кроме вот как названия и по картинке. То есть здесь семена я выбираю просто по картинке, доверяю им. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день меня, как говорится, эти картинки не подвели. То есть, как вот здесь стоит вот этот биштекс, он и был, друзья. Жалко, что у меня не сохранились фотографии. Это где-то года 3 назад я его высаживала. Вот, огроменный томат. Если вас интересуют огромные томаты, то найдите семена. Я думаю, таких, господи, семян... Они называются просто по-другому. А так, характеристики, с такой характеристикой, я думаю, очень много семян. У нас даже в России так же делают. Томат выглядит одинаково, но название разное. Вот. Ну что, друзья, показала вам свои томатики, какие у меня есть в наличии. А то есть всего 3 штучки итальянских. А также пояснила вчерашнее видео. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня.